Вчера вышел на большие экраны новый анимационный фильм «Хранители снов». Если ваш ребенок верит в Деда Мороза, зубную фею и песочного человека, то этот мультфильм точно для него. Сказка оживает, когда в нее поверишь. Детские сны, они так волшебны, в них живут чудеса. Но когда в мир снов вторгаются злые силы, то его нужно скорее спасать. И здесь приходят на помощь старые добрые персонажи – зубная фея, Дед Мороз, песочный человек и пасхальный кролик. В честь первого дня показа анимационного фильма «Хранители снов» в формате 3D кинотеатр «Гавайи» провел пижамную вечеринку. В фойе кинотеатра ребят ждали герои мультфильма – волшебник Санта-Клаус, ледяной Джек и пасхальный кролик. Для детей была подготовлена веселая развлекательная программа с конкурсами и, конечно же, призами. На мероприятие и премьерный показ были приглашены давние друзья кинотеатра «Гавайи», ребята из детского дома «Радуга». Они зажигательно танцевали под латиноамериканские ритмы, бились подушками, бегали на перегонки в тапочках. Самые смелые гости, пришедшие на праздник в пижаме, бесплатно получили пригласительные билеты на мультик. Ребята, вам понравилось? Нам понравился, мне понравился больше. Мне понравилось бег в тапочках. Мне понравился очень. Бой подушками. Мне бой подушками. Ну и бегать и забег в тапочках очень. Самое веселое. Валентина Домарацкая, Юрий Карпов, программа 24 МИАС.